Все, я включаю. Привет, дорогие любители путешествий, приключений и озорных игр вдвоем в спальном мешке. С вами программа «За полярной лупой» и ее постоянно ведущий Василий Ех и Андрей Юх. Может, водки? Давай. За полярной лупой, за лупой полярной, за лупой полярной, полярной за лупой. Сегодня мы разбили палатку в удивительном месте. Это самая северная точка планеты. Коричневое пятно на карте России и место, откуда родом все пианисты. Конечно же, это полуостров Санкт-Петербург. Сегодня мы расскажем вам о по-настоящему диких и опасных тварях, живущих на планете Земля. Конечно же, я говорю про отряд клавишных. К отряду клавишных относятся такие семейства, как синтезаторы, аккордеоны, клавесины, рояли, пианины. Эти твари очень опасны и обитают как в воде, так и на суше. Например, один из опаснейших хищников в воде – это большой белый рояль. Сегодня вместе с вами мы отправимся к местам обитания самых мелких, отвратительных и опасных из них – синтезаторов. Опасны они тем, что очень маленькие, могут проникнуть практически в любой дом и стать причиной серьезных заболеваний, таких как диарея, воспаление мозжечка, фальсификация в бюллетене и даже гомосексуализм. Ну что ж, пойдемте, друзья, в этот собачий холод. Мы находимся на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в поисках особей синтезаторов. Также в Питере легко встретить геолога, который с радостью продаст вам камень в память об этом городе. Самку синтезатора легко выследить по характерным следам лап. Следы еще теплые, поэтому мы сейчас проследуем за ней. Пошли. Вон она, пойдем скорее за ней. Черт, спугнули, бежим. Похоже, что мы загнали ее в угол. Помните, что прикасаться к синтезатору руками очень опасно. И единственное, что может вас избавить от них, это барабан. Давайте убегать отсюда, пока не началась настоящая склока. За полярной лупой, за лупой полярной, за лупой полярной, полярной за лупой. Сегодня мы избавились от нескольких вредителей в городе Санкт-Петербург с помощью этого малыша. Беги, пописай, дорогой. Если в вашем городе водится эта клавишная напасть, пишите нам, мы приедем и вытравим эту дрянь. Ведь никто не любит пианистов, все любят барабанщиков. Привет, мои дорогие ютубчане! Наконец, настала среда, и сегодня лучшая программа среди барабанщиков в России – Ебашилова. И этот козел, который снимает меня на камеру, почему-то уводит камеру влево. В сегодняшнем уроке мы разберем очередную фишку с форшлаком, упражнение для ноги и поймем, что такое пятиударная дробь. Первой фишкой на сегодня будет упражнение с форшлаком и двумя двойками на малом барабане. Давай я покажу сначала тебе это упражнение медленно, а потом, как обычно, посмотрим, как оно звучит в груве. Далее просто берем эту фишку и раскладываем по томам и применяем в игре. Второе упражнение на сегодня будет для ноги. Мы будем играть на педали по 3 удара. Сейчас мы будем играть на бочке по 3 удара 16 нотами. Руками будем играть 4 четверти с малым барабаном на третью долю. Я покажу тебе это медленно. Тихо, сейчас я перемещаюсь. Это будет все в ускоренной перемотке. Оп, 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 оп. Это все в ускоренной перемотке. Это все в ускоренной перемотке. Пишем.
отыграв это упражнение медленно и с метрономом. Попробуй его ускорить и получить настоящий кэш. Сейчас мы разберем упражнение, которое называется пятиударная дробь. Аппликатура следующая. Правая, левая, левая, правая, правая, левая, правая, правая, левая, левая, правая. Разучив это упражнение медленно, сыграй его быстрее и разложи по томам. Друзья, очередная рубрика «Взбивки со звездами» в эфире. Сегодня у меня в гостях мой хороший друг Андрюха из группы «Grizzly No More Remorse». Пойдем его скорее встречать. Как раз сгоним этого козла с фонарем. Валя, сюда. Андрюха, заходи. Привет. Здорово. Бро! Сейчас я сыграю эту сбивку медленно. Сначала малый том напольный том бочка. Малый том напольный том бочка. Спасибо всем. С вами был Андрей из группы Grizzly Gnomes No Remorse. Приходите 29 декабря в клуб Milk. И не забывайте, что главное это... Ебашилова!